В отношении управляющей компании НЖСК введена процедура наблюдения. Такое определение вынес арбитражный суд Ямала. Напомню, в апреле «Энергогаз Ноябрьск» подал иск о признании управдома банкротом. Дело в том, что НЖСК задолжала поставщику ресурсов более 500 000 000 рублей. Суд признал требование «Энергогаза» обоснованным и на 4 месяца назначил временного управляющего для ноябрьской жилищно-сервисной компании. За это время он должен подготовить сведения о финансовом состоянии должника и предложение о возможности либо невозможности восстановления его платежеспособности. Рассматривать результаты этой работы будут в ноябре на очередном заседании суда. В любом случае, процедуры банкротства – это весьма долгие, которые растягиваются не на один год, а компания продолжает работать в обычном режиме.